Так, ну что же, всем привет. Сегодня мое очередное велопутешествие. На 2 дня едем втроем. Длинная платка просто, так и нормально бы было. Был бы как твой, наверное. Платка просто большая. И насос я нашел длинный, потому что что-то у меня сломался. Подумал, у меня второй насос был с этой. А, ну ясно. Маленькой. А то я посмотрел. У тебя часто все. Это потому что ты обряд не прошел. Инициацию. Ну ладно. Так, вот развилочка на Москву. Прямо на Витебск мы едем. По Мазин, как видно, Смоленск. И свернем через пару километров. Да я не православный. А кто ты? Как Лукашенко сказал, я православный атеист. Так не бывает. Давай, давай. А какого года, не в курсе ты? В какого года постройки? В 17 году закончили. Так новенькая. 1917. Нет, так я говорю, что новенькая. Я не сказал, что новенькая. Ну это же... О, такая арочка. Балочка. Арочка тоже. Так. Да, все для людей выкушали. Это Европа. Так, деревня Рогозина. Ну, я уже к ним привык по работе. Да, там нам уже братья родные. О, точно. Я знаю, что татары обычно берут камень и все, и забыли. Ну что, в Татарстане? Нет, тут у нас же тоже татары живут. Что здесь, купали, что выкопали? Это христианские кресты. Если кресты, то запомни, это христиан. Практически всегда. Так. Так, сейчас идем. Нифига себе. На городище. Вот так. Жалко, что у меня, конечно, камера фиговая. Ну, жду GoPro. Вернее, не жду GoPro, а жду, пока заработаю денег. Опа. Так. Нифига себе. А, он фоткать пошел, да? Опа. Так, сейчас я поднимаюсь. Не в это поднимаю городище, не то, что тут как-то. Это вот так. Вообще такая, здесь такой красотища такая. Тоже крест. Крест не слабый. Обалдеть.
А почему на крестах и ничего не пишут обычно? Пишут. Что здесь ничего не вижу вообще. Не можешь прочитать. Это не знаешь, что там ничего не написано. Вообще класс. Вот там М1 идет, да? А что по-твоему? Не знаю, знаю. Конечно. Так, подъезжаем к Ореховску или Ореховску. Так, вот еще один магазинчик Хит Экспресс. Подъехали вот сюда. Кстати, в Белынычах тут только вот такие магазины есть. Ни копеечек, ничего нету. Все одинаковые. Так, храм Святой Троицы, его. Там город Ореховск. Поехали. Так, деревня Верицея. Так, вот очень классно. Приезжаем. Такая вот дорога. Итак, подъезжаем вот к заброшке. Такая вот деревня. Опа! Вот. У тебя люблю вот такой лес вообще? Супер! Был бы у тебя такой. Так, сейчас зайдем в домик, попробуем посмотреть, как там, что там. Ну, давно брошенный, да, наверное? Мой то лучший дом, чем этот. Фу, блин, а. Так, а здесь что у нас? Вау! В это домиха. Ну, в принципе, да, вот здесь. И здесь все открыто. Ничего себе. Или не закрыто. Нет, нифиг. Ах ты мародер. Блин. Ты едешь? Нифига. Не, просто посмотреть хотел. Не открывается. Или может сильнее нет, дернуть его? Не, наверное, сильнее. На сильнее дернуть надо, наверное. Не? Она закрыта. Закрыта? Или забита. А, забита. Может там где-то? Зачем тебе туда? Да, вот. Живи не хочу, как говорится. Покупай. Домовая книга. Капец. 58-го вот года. Это интересно. 58-го года, да. Кто здесь жил, кто чего. А, на белорусской мове, да? Да, раз... А, нет, на русском. Да на русском, при чем тут белорусский? Всех... В 58-м году белорусский. Всех русифицировали. Ее сейчас-то нигде нет. Откуда ей взяться в 58-м? Есть. Моя мать училась, у нее все ее книги, сшитки, все на белорусской мове. Вообще русского не было. В деревне. В деревне, наверное, было. Вообще не было. А так это же деревня тоже. Ну, ты деревня. Вообще не было русского языка. Все-таки поселок. Пик 99 у Игоря. Кстати, тоже хочу себе такой приобрести, наверное. Мой, чем мне нравится Турлан,
что, во-первых, он и стирается быстро, во-вторых, его расстегивать, очень долго расстегивать. Здесь намного все грамотнее, все структурировано, все эти узлы. Так, куда бы еще сходить? Так, вон мой там. Один одного. Что же, вот такой березовый смешанный лес. Дорожка тоже супер. Он снимает меня сзади. Тормози. Ну а что, не притормозим, а как не говорить? Нет, Игорь, едем. Ну да, вот там речушка вообще классно, только такой поворотик такой красивый. Да, здесь травы много, конечно. Травы мало? Ну как? Относительно мало. Много травы, там вообще не подойти. А тут хоть можно подойти. Вот. Так, сейчас поворотик на Россию будет, но мы сюда не поедем. Немножечко в объезд. Так, опа. Вот она, дорога в Россию. Да, это дорожка. В Россию, я сказал. Красненский район, да. Я говорю, дальше поехать. О, кстати, Дмитрий, отойди-ка, я хочу снять интересную. Давай, давай, без проблем. Из этой травы. Фух, вот так. Фух. Дорога просто супер. Так. Ну и дальше вот такая. ЛСД было бы весьма бы хорошим лекарством от многих вещей. Но, блин, если его неправильно применять, то это будет плохо. Так, вот едем по такой дороге. Песчаной. Как говорится, а что рубы-то? Так, уже вечереет, но думаю, эта дорога скоро кончится, конечно. Не хотелось бы ехать, идти вернее, ну, километров 5-6, наверное. Так, деревня Редьки. КПП. Да, это как КПП какой-то. Ну что, конец дня. Сейчас нас проводят к Днепру. Мы у границы. Опа, сейчас я про. Здесь местность, конечно, не очень такая. В общем, ночлежек ищем.
Опа, здесь Днепр. Попробуем здесь заночевать. Так, едем возле Днепра. О, вот он, Днепр. Вау, местечко классное здесь, конечно. Опа. Запах просто обалденный. Так, вот Днепр. И вот где-то здесь будем мы останавливаться. Вот и здесь. Сейчас я посмотрю там, как там оно, Днепр. Оба, здесь все бы так. Ух. Да, уж здесь, конечно, трава. По колено даже выше. Так, оба. Оба. В общем, такой вот Днепр. Ладно, я спускаться не буду туда уже. В общем, просто супер. Вот так. Завершение так называемого удачного дня. Вот, в принципе, так заканчивается наш день. Да, неплохо, конечно, местечко такое классное. Так, вот разместились вот здесь. Так, все-таки пойду я посмотрю берег. Что там мне хочется. Горелки. А вот ящерица. Надо ящерица? Нет. Ян, прямо здесь было на суке, да? Вау. Да, короче, подойти к этому берегу, конечно. Сейчас я последний штрих заснимаю. Вот эту красоту. Не, ну класс такой. Хорошо. Ой, мой приемник, не приемник, а аппарат, я хочу сфотографировать.